Добро пожаловать в новогоднюю программу «Стопка новостей». Не серьезно, а серьезно. В этом выпуске «Стопки новостей». Хакеры атакуют финское правительство. Электронные паспорта уже не за горами. У банков дырявые сайты. Чиновников лишат айфонов. Откуда среди агентов АНБ орки? Вы услышите мнение независимого эксперта и многое другое в нашей студии под елкой. Новый выпуск ток-шоу со дня на день, канун Нового года. Информационная безопасность – это весело.